Совет министров вырашил додаткова выделить на будаўніцтва жилья с держпотрымкой 50 миллионов рублей. Гроши будут размеркованы по областях. Гомельская трымае свыше 5,5 миллионов. Дякуючи постанове Саумина, кватеры по минимальным кошти смогут побудовать каля 200 семей. Новые дамы повинны з'явиться в областном центре уже сёлета. Цена квадратного метра складе приблизно 660 рублей. Людям, которые имеют потребу поляпшения жилевых умов и стоять на отповедном улику, прокредитуют 75% от кошту жилья. У Гомеля будут ушановывать талиновитую и одораную молодь. Традиционная церемония «Зорное юнацтво» пройдет сегодня у колледжа мастерства имя Соколовского. Переможцев назовут у 14 номинациях. А кроме того, станут известны и уладальники премии Гомельского гарвыканкама по поддержке талиновитой молоди по выниках 2016 года. Белорусская чыгунка проведет один день пассажира. Работники магистрали откажут на пытание на Гомельском чыгуночном вокзале. Пропановы и зауваги будут приматься сегодня с 14 до 17.00. Мета одного дня пассажира – вывучение меркования у споживцов транспортных послуг. Сегодня с 10 до 12 годин у холе первого поверха Гомельского чыгуночного вокзала будут вымирать артериальный тиск усім жадаючым. Так само можно будет отримать консультации по проблеме артериальной гипертензии и профилактике хвороб сердечно-сосудистой системы. Профилактичную акцию «Давидася про свой тиск» проведут совместно областный центр гигиены, эпидемиологии громадского здоровья и областный кардиологический диспансер. Традиционная встреча миротворца у Гомеля и Смоленска отбудется у 27-й школе областного центра. Мероприемство примерковано до Дня Яднания народов Беларуси и России. Двухдневный визит делегации российского города распачнется сегодня. У программе «Удел у святе», присвященному Дню Яднания, посадка древ на Аллее Миру. Так само делегация школьников и педагогов 27-й Смоленской школы наведает палацово-парковый ансамбль, областный драмтеатр и шерох інших культурных объектов Гомеля. Гомельский лясгаз отримал подарунок от школьников областного центра. 100 новых шпаковняв створены под час працовной акции «Наши дети нашим птушкам». На заклик подарить дамы крылатым жыхарам лесу отгукнулись все гомельские школы. Урочистые церемонии их передачи прошли во всех районах. Сегодня эти шпаковни будут вывешены у лесах Макеевского и Прыборского лясництва. Штогод лясгаз сам створает 1000 синишников и шпаковняв. Усталевывают их как раз у соковику до прилету птушек. Сегодня у Гомеля вызначат самого начитанного школьника. У городской библиотеки имя Герцена отбудется финал конкурсу «Лепший читач дитячих книг». За перемогу будут смагаться 10 хлопчиков и девчонок. Им треба будет пройти 4 литературные споборництва. Оценивать удельников финалу будет компетентное жюри на чале с ведомым белорусским письменником и драматургом Василем Ткачевым. Не обойдется свято без сюрпризов, веселых пригод, театрализованного представления, музычных и золотких подарунков. У Гомеля отбылся третий областный конкурс дуэта «У две зорки». Яго удельниками стали дети-сироты, их педагоги, приемные батьки и выхавальники. Главная особливость этого видовищного мероприемства – то, что дети выходят на сцену у пары с дорослым. Это помогает им раскрыться перед глядачами, показать выканальницкое мастерство и перемахший страх. Сёлета продемонстрировать свои таленты вырашили 18 пар. Переможцами признаны дуэты Снежанны Гордиенко и Светланы Приходько с Ветки, а так само Руслана Хауханова и Алены Аурыцевич с Гомеля.